Чебуречно-минаретный Крым сам по себе является заманчивой областью для киноналетов. Осторожные творцы странной фильмы тщательно следили за тем, чтобы ничто постороннее не вторглось в чебуречно-овечий стиль. Стерилизованные таким образом татары только и делают, что пляшут, борются на праздниках, продают друг другу чебуреки. Растет поколение, которое по таким фильмам будет создавать свое представление о вчерашнем дне. Стыдно перед детьми и перед татарами.